Сейчас элементарно все будет. Секунду. Да! Ты что творишь? Ну как? Вот так вот, да? Блин, ну я не понимаю, да у Соника отовсюду шипы, он, наверное, когда на толчок садится посрать, у него оттуда шипы тоже вылезают и пробивают ему. Я просто не понимаю, Соник, как ты живешь, Соник? Расскажи мне, как ты еще с ума не сошел? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и, пожалуйста, па-па-пам, Sonic Unfair. Игра, в которой Соник будет троллить нас просто до полусмерти, как я понимаю. То есть, вы понимаете концепцию этой игры. Идешь ты себе, идешь, перепрыгиваешь, например, через вот здесь вот, допустим, через пропасть. И хрен пойми, откуда появляются шипы, обваливаются на тебя какие-нибудь потолки, проваливается пол и так далее, и так далее. И никогда не знаешь заранее, где это произойдет. Ну, мы, конечно, понимаем, что Декарт уселся за штурвал, да, Декарт уселся за штурвал. Декарт сейчас будет играть, и это значит, что мы пройдем прям все с первого раза однозначно. Соник, даже не надейся, что меня затроллишь, у тебя не получится. Смотрите, сейчас мастер покажет, как играть. Смотрите, значит, Слушайте, выжил каким-то... Так, ясно, сели жопой на шипы! Это не очень хорошо. Вот здесь вот перепрыгиваем, да, здесь нормально. Теперь здесь перепрыгиваем. Блин, да он, я не понял, мне что, может быть, вообще взлететь, что ли, как Тейлз на хвосте, или что? У Соника нет такой способности. Вот тут... Я не понимаю, серьезно. Кстати, отмечу, что музыки на заднем плане в этой игре нет. Она какого-то хрена играет со мной в молчанку. Вообще никаких звуков нет, поэтому... На заднем плане я поставил два саундтрека из Соника. Во! Отлично. Пока играет первый, потом будет со временем играть второй. Так, давайте теперь сюда, наверное. О, видите, так, запоминаем. Все это надо запоминать. Вот, под цветочком обвал, и получается шипы вот здесь, да? Ух, нормально. Я, честно говоря, боялся, что эта пружинка, не знаю, взлетит куда-нибудь в воздух, и меня распидорасит в какую-нибудь комету там наверху. Или, может быть... Или, может, какой-нибудь космический корабль, блин. Так, стоп, теперь вспоминаем, как это было. Значит, вот так, правильно? О, все четко. Теперь сюда. Еще раз. Раз, два. Так, вот, четко получилось. Теперь сюда. Теперь вот здесь перепрыгиваем так. Теперь на пружинку. С пружинки вот сюда. Вау, цветочек. Там кольцо уже было какое-то. Надо кольцо взять сейчас. Кольцо подберем и я не знаю, что это даст. Наверное, ничего не даст особо. Кстати, смотрите. Можно отпрыгнуть от уже валящейся, уже падающей балки. Можно еще от нее отпрыгнуть. Ну, это хорошо. Так, теперь сюда, вот на эту коноплю непонятную. Соник! Соник, что ж ты творишь? У меня уже крыша начинает ехать. Мы только начали. Так, окей, вот так, и есть! И что дальше? Да, блин, да что я делаю? Нет, раньше надо. Раньше надо встать на самый край, чтобы сразу спрыгнуть на всякий... Куда? Стой, дружок, пирожок. Да нет же, да. Сейчас, секунду. Во, получилось, видите? Вот сейчас, вот так, четко. Теперь сюда. Вот так. Есть, отлично. Но это было легко. Вы же о чем мы говорим? Unfair Hill Zone. Press Enter to continue. Сейчас элементарно все будет. Секунду. Ты что творишь? Ну как? Вот так вот, да? Блин, ну я не понимаю, да у Соника отовсюду шипы. Он, наверное, когда на толчок садится посрать, у него оттуда шипы тоже вылезают и пробивают ему. Я просто не понимаю, Соник, как ты живешь, Соник? Расскажи мне, как ты еще с ума не сошел? Вот так на цветочек, да? И чё дальше? Да вы что прикалываетесь? Вы смеетесь, что ли? Откуда я знаю, куда? Ага, во, запоминаем. Так, окей, теперь сюда? Нет, теперь не сюда. Теперь куда-то не сюда. Вот тут было. Так, все, встали. Давайте на самый край. Есть! Я не понял, он на шипы там встал и не умер. Почему он на шипы встал и не умер? Объясните мне кто-нибудь это. Почему, Соник, ты встал на шипы и не умер? Как это понимать? Так, смотрите, сюда теперь. В самый край. Теперь. Так! Да, блин, да что ж я делаю? Еще раз. Смотрите, раз, два, три, четыре. Вот тут просто достаточно. Тут тоже достаточно просто.
здесь вот так и вот сюда вот. О! О! Ну тут самый край. Одно... Вот и думай теперь, да? Делать, не делать, ну давайте. А, ну иначе ты никак не допрыгнуть до вот этой хрени, да? Я так и знал. Я прям как чувствовал. Смотрите, мы уже почти дошли. Мы уже почти дошли. Еще осталось совсем немножко. Так, я тут запомнил. Тут достаточно легко. Здесь тоже достаточно легко. Он прямо там вот кусочком своего ежиковского ногтя вот просто встал там. Загромоздился каким-то чудом. Теперь сюда. О, есть. Так, вот тут внизу мы никак не это. Все, пожалуйста, 21 смерть, ребят, 21 смерть, всего-то, это еще что за хрень, это еще зачем, что без этого никак, вот без этого вот никак, это недостаточно что ли было, я не понимаю, всего, давайте вот сюда попробуем, посредине встали, теперь, хорошо, на вот, блин, а, я думал, что я обману систему, что сейчас из платформы что-то полезет. С платформы тоже. С платформой. С платформы, ребята, тоже ничего хорошего нет. Так. А что ж тогда делать? Может. А! О, вот я и ответил. Вот Соник у нас, ударившись башкой, и ответил на мой вопрос. А, подождите, это где было? Я уж забыл. Сейчас, секунду. Вот так, вот так. Вот сюда, да? О, правильно. Вторая пружинка. Посерединке. И, блин! Я понял. Вторая пружинка посерединке. Запомнили. Вторая пружинка посерединке. Вторая пружинка посерединке. Вторая пружинка и вот сюда. Все. Все, ребят. Теперь... А-а-а! Да вы чё? Может, там можно просто пробежать? А ну, давайте проверим. А можно просто поэтому... Ясно. Нет, не так все просто будет, да? Ну вот смотрите. Ну тут ладно, здесь не имеет никакого смысла. Так, давайте-ка все. А, еще. О! О, нормально. Так, теперь посерединке, да? Так, теперь чуть дальше вот здесь. А вот теперь, ребят, да блин, да кусает за жопу тут всякое говно. Ну ты посмотри, еще раз. Слушайте, вот этот момент, он такой посла... Так, это я туплю опять. Да, все, все, хватит. Давай, оп, да что ты делаешь? Все, ребята, это уже, знаете, это уже называется... Начинаем потихонечку сходить с ума и не можем выполнить элементарных действий. Так, сюда. Сюда, сюда, вот, как, это же, это же просто, это же совсем просто. Так, вот, отлично. Так, вот как тут перепрыгнуть-то грамотно? Я прям чувствую, как что-то вот, что-то пойдет не так, да? Вот что-то пойдет не так, блин. Ух, повезло, слушайте, я реально, я хотел туда встать, но не встал. On Fair Marble, акт 1. А, какой-то... О боже, серия, нас уже пытаются проколоть снизу. Куда? Ну я же... Да, стоп ты. Что ж ты делаешь? Так. О, не дурненько. Так, сюда. Смотрите, получилось. Окей. Если я встану на пружинку, я... Умру! Конечно умру! Конечно умру! Прямо в жопец! Прямо штыком таким, знаете, таким... Ух, ему в жопец! Почему бы и нет? Так, вот сюда, вот сюда. Вы издеваетесь, что ли, я не понимаю. Еще раз. Еще раз. Еще один сраный раз. Когда тут два... А, ну да, да. Так, смотрите, вот так вот делаем. Не получилось, я надеялся, что получится. Оп, оп. Опа, Гангнам Стайл, блин. Так, теперь, наверное, вот здесь вот надо встать. Ну, это же логично, правильно? Смотрите, перепрыгиваем. Хорошо. Ну, тут тоже, наверное, перепрыгиваем, да? Ну здесь-то я не понимаю, какой еще вариант. Здесь только на эти штуки и можно встать, и все. А вот сейчас, ребята, вот сейчас вот так сделаем. Какая скотина поставила невидимый блок? Уже невидимый блок, ребята. Она уже даже не обваливается. Она уже даже не утруждает себя тем, чтобы обваливаться, чтобы рожать из себя какие-то сраные шипы. Просто невидимый блок. Вот невидимый и все. Куда? Сюда? Ах ты мать твою, я забыл, что там этот сраный штырь вылазит. Соник, что ж ты творишь со мной? Соник, прекрати. Вот сюда, да? Ох ты, Соник, тролль просто.
Тролль мирового масштаба, Соник. Ты издеваешься, ты просто издеваешься. Ты знаешь, вот я чувствую, что вот такие игры могут подтолкнуть к каким-то вредительским действиям по отношению к самому себе. Я сейчас начну себе просто царапать кожу на лице, Серёд. 42 смерти, Соник! 42 сраных смерти. Куда, сюда или куда? Я не знаю. Ну давайте попробуем. Вот, это ж невидимый блок, значит, сквозь него можно пройти, это логично, это логично. Так, вот сюда, куда? Какого хрена? Я думал наоборот, чем дальше прыгнем, тем лучше. Скотина ты такая, Соника. Я тебя ненавижу. Соник. Что ж ты будешь делать, а? Что ж ты будешь делать с этой гадостью? Так, вот сюда. Вы посмотрите, он своей пипкой ежастой задел в полете. Даже так умудрился. Куда ты? Куда ты встал? Куда ты встал, гондон? Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вот сюда. Фух. Теперь сюда. Так. Сюда. Во, отлично. Хорошо, получается. Прекрасно, молодцы. Вот так вот, да? А, в принципе, вот, вот так. О, вот это спускается. Ну, мы это знаем теперь, по крайней мере, что эта хрень опускается. 46 смертей, ребята. Так, как я там делал? Прыгаем на самый край. На самый край прыгаем. Перепрыгиваем вот так. И есть! Есть! Поймали. Колечечко. Вау. Вау. Хрена себе. Так, а вот это, конечно же, обвалится хрень, да? Нет. Нет. Чё-то я не понимаю. Мне это кажется подозрительным. Да, разумеется. Разумеется, мне это кажется подозрительным не просто так. Хорошо, но я начало запомнил. Все по камням. Все по камням вот до этого момента. В этот момент надо придумать что-то другое. А что? А что там делать? А что там делать нахрен? А что там делать? Я не понимаю. Да некуда ж больше. Ну, где? Секретка какая-то, что ли, или что? Нет. Зашибись. Вот еще и тут. Не, ну стой, Соник, ну серьезно, это как вообще понимать этот бред? Давай попробуем с тобой. Смотри, вот. Вот сюда куда-то или... О, видали? Видали? Видали. Ну, мы, по крайней мере, теперь знаем, куда перво-наперво надо прыгать. Один только у меня единственный вопрос. А что дальше-то? Вот я встал сюда. Теперь как-то надо пробить потолок, нет? Ну-ка, вот так. Я не знаю! Я понятия не имею. Так можно прыгать 1000 лет, слушайте. Давай, оп. Ждем, ждем этих сраных, саных огоньков. Сюда теперь встали. Давай в самый дальний конец. Нет, это не срабатывает. Короче, как вариант, может быть, надо прям вот, прям, знаете, вот пройтись просто. Вообще не прыгая никуда, вот просто пройтись. Вот, вот, а чё, хороший вариант, смотрите, оп. Нет, это тоже не работает. А чё там за место-то невидимое такое, я не понимаю. Что еще за платформа там должна появиться? Пояснить кто-нибудь? О, все, успел вовремя. Вот, вот так, да? О, видите, вот так. Есть, нормально. А вот теперь пойди, пойди угадай. Вот сюда. Нет, вот я так и думал. Я так и думал, стоп. Ага, смотрите, короче, четко, четко, все. Все практически с вами уже и проделали, ребят. Раз, два, теперь три. Сюда становимся чуть-чуть вдаль. Вот сюда становимся. А что дальше? Чуть дальше. Вот сюда становимся и вот сюда. Ага, так, наверх. Сюда можно. Сюда можно. В принципе, можно. Что нельзя? Вот так. Вот так. И, наверное, хорошо, что я не стал становиться вот на тот квадратик, потому что это было бы полное говно. Этап номер три. Вау, вообще перепрыгнем. Вообще. Вообще перепрыгнем. Ни хрена мы не перепрыгнем, да? Вот сюда тогда. А, в таком случае! Вот сюда тогда в таком случае. Давай теперь, да... Нет, что ты делаешь, ты, Соник, ты что, охренел? Когда этот сраный кирпич-то прилетит, приедет, я буду ждать 1000 лет, что ли? Вообще уехал куда-то с концами. Может быть, другой какой-то кирпич надо было взять. Так, нет, смотрите, теперь вот сюда, да? Нет. Надо было ждать! Там еще один ехал, гондон. Надо было... Надо было ждать. А, понеслась. Так, тихо. А чё ты не двигаешься в такт с этим сраным говном? Ты, мудень. Сюда? Сюда можно? Он не двигается в реально в такт с ним. Вообще никак не двигается. Вот сюда встали. Окей, на пружинку я не прыгаю. Становлюсь сюда. Теперь становлюсь... Теперь я не знаю. Вот так, да? О,
нормально. Вот эту хрень можно перепрыгнуть. Мы это теперь знаем. Хорошо. 61 смерть, ребят. 61 сраная смерть. Так, что у нас дальше? Оп. Тык, тык. Давай. Да! Я не знаю, что. А, что это такое? Все, хватит, хватит. Вот сюда, правильно? Четко. 61, пожалуйста, нормально. Final Zone. О, уже конец. Так, хорошо. Ну, это и видно, что уже конец, ребят. Это и, знаете, или заметно, что уже конец. Только под конец, может быть... Fatal Error? Вы что, прикалываете? Это значит, что... Сейчас я нажму... там, не знаю, аборт. И все, начну заново, да? Правильно я понимаю? Master Games. Пошел ты в жопу! Все, ребята, все. Я не буду это перепроходить для того, чтобы добраться до этого места. Может быть, вторая серия потом будет заснята. Может, нет. Посмотрим, я не знаю. Пока с меня хватит. Ну, представляете себе, какое говно. Финальная зона и фатальная ошибка. Это как понимать? Это что вообще было, блин? Там нельзя ни разу умереть. Тебе сразу выдают ошибку. И ты начинаешь заново. Браво, браво, обалдеть. Короче, в принципе, я думаю, так достаточно. Повеселились, побесились, потроллились, позволили Сонику нас затроллить, и то весело. Давайте на этом заканчивать. Если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании, и все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.